Друзья, всем привет! С вами Александр Квасов, команда Norfin SQB. В этом видеообзоре я расскажу вам о вейдерсах от компании Fintrail, которая называется Enduro. Вот такие вот вейдерсы. Значит, компания Fintrail позиционирует их как самые неубиваемые. Здесь пятислойная мембранная ткань. Вот, она очень прочная, надежная. Количество швов на 30% уменьшено, ну, относительно, видимо, других моделей. По внутренней части здесь швов практически вообще нет. Вот, а это самые такие износостойкие, ну, изнашиваемые места. Значит, мембрана, характеристика 25 тысяч водонепроницаемость и 7 тысяч паропроницаемость. По верхней части идут подтяжки классические, закрываются они на пряжке. Соответственно, все это дело регулируется при необходимости. В боковых частях, вот здесь внутри, есть такие маленькие петельки тканевые. Они предназначены для просушки вейдеров, то есть повесили, подсушили. Есть два кольца вот такие D-образные, небольшие, можно сюда что-то прилепить полезное. В передней части карман, наружный, молния прорезинена, карман большого такого объема достаточно. В данный момент здесь лежит вот такая вот сумочка, она идет в комплекте с вейдерсами. Вот. Сумка для транспортировки. Вот. И плюс ремкомплект, небольшой тюбик с клеем и, собственно говоря, заплатки. Внутри есть еще один кармашек, вот такой внутренний. Молния как бы с внутренней стороны. Молния здесь тоже прорезинена, можно сюда что-то ценное убрать и поближе к себе завернуть. Так, вот таким образом выглядит все это дело. Есть ремень, сзади он крепится на одну шлепку, вот она здесь. Вот ремень. Ну, стандартный тоже, такой эластичный ремешок на пряжечке. Если нужно, можно убрать, нужно, можно оставить. Как будет угодно. По нижней части, соответственно, идет неопреновый носок. Я уже обул сейчас ботинки. Тоже, кстати, финтрейловские. Здесь есть крючок специальный, который цепляется за шнурки, чтобы они не слетали. И по нижней части здесь такая прорезиненная часть, для того, чтобы не соскальзывало. По поводу ростовки. Значит, ростовка, ну, это размер М. Мой вес 80 кг, рост 1,70 м. Вот, по объему вообще замечательно, шикарно село все. Вот, по длине, на мой взгляд, немножко такие длинноватые они с запасиком. То есть на 1,70 м и плюс. Вот. Вейдерсы удобные, надежные. То есть, если вы любите такие экстремальные покатушки в условиях бездорожья полнейшего, грязюки и всего остального, эти вейдера как нельзя лучше подойдут для ваших целей. Рекомендуем!